Kadro su vidi. Nemo. Спасибо, Андрюш Снов. Там не надо так сильно торопиться. Надо смотреть на руку. Es gzar dino.
Этого точно не будет. Я не переучиваю все меню. Спасибо. Значит, сегодня мне было мало звука от вас, там будет больше. Будет больше, я сам, просто мы очень далеко сидим. Я почему думал о микрофоне для вас, там, по-моему, если мы поднимем немножко... Да, вы понимаете, Михаил Давыдович, здесь дело все в том, что слишком громко я мне здесь играть нельзя, потому что я забью хор, дело а вот я вас чем, не дело вот в чем. Когда солист поет с микрофоном, обязательно рояль должен иметь микрофон. Потому что нет баланса. Я в Карнеги-Холл из-за этого провалил концерт. Нельзя. Ну мы крышечку поднимем. Все поднимем и попробуем. Если не хватит, тогда я вам скажу. Хорошо. Михаил Давыдович. Нет, вы мне обещали. У меня есть, у меня есть. Но у вас нет моих очков. У меня еще, у меня... А, да, это точно. Еще дедушка ему пластин. Он умер в прошлом году, но он... Вы очень молоды по сравнению с ним. Ему было 96 лет. Значит, кому писать? Миша Сигельман. Ну, не важно. Миша, да? Сигельман, да. Фамилию, это теперь уже для внука. Эй? Да. Эгельман? Сигельман. Сигельман. Мы тоже были молоды когда-то. Это какого года пластинка? Это 20 лет тому назад. Это? Нет. Это почему? Больше гораздо. Нет. Этот, не до, этот больше. Это гораздо больше. Да, это сталинское время. Это сталинское время, это 55-й. Михаил Давыдович, можно вас адрес взять? Да, пожалуйста. Телефон мне. Напишите так. Код Мюнхен. Александрович, да. Код Мюнхена. А? Код Мюнхена, вы не помните? Не слышал. Код Мюнхена. Мюнхен 81... Не 81-667. 8-1... Вы взять нас сниматься, у нас частный разговор. Послушайте его после репетиции со мной. Когда вам удобно? Или даже перед. Где Саша? Саша вот. Вся в машину. Возьмите с собой ноты. И одну хотя бы вещь я должен послушать, не только голос. Как вы поете? Пение – это... Голос – это еще не пение. Это та же скрипка, тот же рояль. Все остальное мне важно, чтобы сказать вам, стоит вам учиться или нет. Даже если у вас прекрасный голос, и у вас нет того, чего я понимаю, для пения нужно, не стоит обломать копья. Водитель, объясни, как ты с машиной. Куда? Куда ехать? Как ехать? Как ехать? Желаю вам. Желаю вам тоже до 120. Объясни, я знаю. Объясни, как вы проехали. Что вы говорите? Я хорошо знал. Чудная старушка, очень правильно. Дайте ты, Бог. Или? Нет, он не едет. Дай мне. Саша, выйди, пожалуйста. Ты дошли? Да, можешь здесь вперед. А кто еще одна девушка? Я есть. Да, вы садитесь. Куда, пожалуйста? Девушки. Так, я давай серединку, я с той стороны сяду. Все, Коль, значит, мы здесь... Дверь открывается, мы в старом. Ты завтра на репетицию утра будешь в консерваторе? Нет. Thank you.
товарищ, послушай, как будет звучать. Да, обязательно прислушивайте еще баланс. Thank you.
Пожалуйста, будьте добры.
Адой Шем, вместе со мной. Адой Шем. Внимание. Раз. Адой Шем. Еще разочек. Немножко поактивнее. Адой и. Адой Шем. Все, разобрали. Это кусочек. Знаете что, чуточку эту часть немножко назад. И мухону мецуму. Что нет? Thank you.
Человеку, который сегодня приехал в Москву и который известен
всему миру. Это духовный наставник евреев России, известный философ, еврейский философ и ученый раввин Один Штейнзальц. Когда наш народ прошел Красное море, и свой переход он закончил с песней. И эту песню продолжают петь и по сей день. То есть наш народ вот он, как бы, с песней начал, и с этой же песней он входит в сегодняшний день. האנשים שהיו עומדים ושרים ומנגנים.
את המנגינות של הקדושה היהודית. В нашем храме были специальные люди, которые пели и играли, пели песни и мелодии, которые имели прямое отношение к храму и к еврейской святости. Есть мангинот шел хазман хазе, шеем мангинот шел меватот эт аам ха-юди бадорот ха-ахороним. והמנגינות הללו הן גם צוחקות וגם בוכות. הן מבטאות את העם שלנו, שהוא סובל וצוחק, שהוא בוכה ומתפלל. וזה בעצם מה שאתם יכולים לשמוע. מלודיה нашего времени, последняя мелодия, они выражают современную еврейскую жизнь. Это мелодии смеющиеся, и плачущие, и они отражают жизнь еврейского народа, которые также смеются и плачут. Это, собственно, те мелодии, которые вы, наверное, сейчас услышите. Ты можешь там слышать шира шель хазан ло цаир, шель мар александрович. Вехи гам кен мевата эт адмаот, эт цхок, эт атфила. И вы также услышите пение кантора, немолодого кантора, господина Александровича, и его пение тоже будет выражать слезы, и смех, и молитву. Они мекве, ши кулам яганю мина мангина, авал эхад адварим, шам яхол левакеш, ве литпалел алав, зе ши кол эхад яках хелек мина мангина эйто, ве ямших лашир ота бутох лев. Я надеюсь, что эти мелодии всем понравятся, все получат от них удовольствие, но одна вещь, которую я хочу вам пожелать, и о которой я буду молиться, чтобы каждый из вас унес отсюда с собой какой-то кусочек этой мелодии и продолжал петь ее в своем сердце. Oh!
No!
находится в Тейне. Солист, главный кантор Санкт-Петербургской синагоги Барух Финкенштейн. Thank you.
Андрей Андріанов, Гія Пішитель-Швілі, Андрій Скендеров, Анатолій Сьомін, Роман Гусар. Партію фортепіано виконує Михайло Сігельман. Thank you.
Шитеєшвілі. Партія фортепіано і аранжировка Михаїл Сідельман. Thank you.
Oh,
Shalom, Lord, Lord, Lord.
Oh,
Михаил Александрович в конце второго отделения концерта исполнит несколько еврейских народных песен. Я дважды перечитывал, я дал обратно. Я хотел иметь эту книжку. Вот мне Саша даст ваш адрес, да. И я вам пришлю по почте. Идите, пожалуйста. Там две. Спасибо. Не, за что там две. Я заходи, Танечка, Танечка, приходи к нам поближе, миленькая, приходи. Здравствуйте. 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 Между прошлым приездом и теперь большая разница. Ты знаешь, это здорово. Ну. Это здорово. Вы бы, я сам себе не представлял, что же была оттормать роды. Миша, Миша, ты должен петь скоро. Скоро? Да. Это же да, очень хорошо. Хорошо. Это очень здорово. Я же все засидел с вами. Это очень здорово. Из старых записей. Да. Ну, о том, что они технически сделали, это трудно поверить. Я пою там лучше, чем я пел живой. Но там у меня одно произведение. Сами пристаете к некрасивым женщинам. Значит, должны... Если красивая женщина, там можно себе наркать сделать. 405-й. Потом у меня потом дела еще. У меня все завтра... Ну, мы договорились, как хочешь, в конце там. Хорошо. Чтобы цветы не забрали. Обязательно. Я буду Thank you.
Thank you.
открыть секрет. Я выступаю дополнительно по своей собственной инициативе. Он заплыл, он повернул шпал, он не помер в мавном диване.
83-й год со дня моего рождения. Можно память с вами? Конечно, конечно, так дайте мне рассказать. Ирочка, поздравляю вас. Нету больше. Нету. Бетховена наша нет, мгновенно за сутки. 13 февраля 1994 года. Все, мы ничего. В поезде. А я думала, что вы узнали. Неожиданно. Мгновенно. Я меня известили, я тут же прилетела. Где это было? Это по дороге в поезде, его сняли с поезда. Поезда. Ну, я его, конечно, привезла. Спасибо, работает вам большой привет. Тоже большой привет. Мы с вами 2 года встречались, но вы, наверное, не вспомните. И жизнь моя слава. Я на 2 года старше. Я в театре эстрады был последний раз на концерте. Были, да? Да. Все ваши. Мы собираем, естественно, все вот эти газеты, объясняем центральную афишу, я принесу. И, конечно, здесь финансовый отчет. И ваше знамя, вот у Леопольда Яковлевича, давайте его заберете. Принесенный или сейчас раздача образцов идет, да. И мы стали хохотать в нашем городе, понимаете? Еще раз большое спасибо. Это очень довольно неожиданно, чтобы так сказать. Я очень рад, что это событие. Да. Спасибо. Может быть, как бы слышали фамилию Моложав. Я слышал. И мама с вами работала когда-то, она была ведущей концертов. И передайте ей привет, если она, я помню. К сожалению, я уже ее не могу передать. Ну, а вам спасибо, что вы дали мне возможность приехать. Я надеюсь, что вы не жалеете. Нет, я не только не жалею, я этого очень хотел. Все шутки. Да, и я тоже не жалею, что я приехал, потому что в этом зале я начинал мою большую карьеру. Теперь у нас у всех такое чувство, надо прощаться с этим залом только вовремя. Ну, я надеюсь, что это не прощание. Мы будем надеяться, что он должен. А наоборот, хорошая, добрая встреча. Спасибо. Спасибо, я очень рад. Большое и приятное дело сделали. Спасибо. Приятно, что это слышать. Я вас чудные ребята. Я уже... Чуть-чуть вина? Да. А? Тут. Это Я всегда внимательно смотрю. А что, где хозяева этого славной харчевни? Нет, они пошли, что? Они пошли? Все-таки это совет. Где жили мое пение? Я очень благодарен организаторам этого концерта, потому что этот мой приезд имел еще чисто ностальгическое значение. Живя уже 25 лет за рубежом, я не переставал все-таки тосковать о бывшем Советском Союзе и о России. Здесь, в этом зале, где я сегодня пел, начало было моей большой певческой карьеры. Я это имя, которое приобрел здесь, именно в этом зале,
эхом отдавалось на весь мир. И куда я ни приезжал, после этого везде я находил людей, которые меня знали. И поэтому я хочу поблагодарить руководителей хора, который гастролирует с успехом за границей. Этот хор... Спасибо. Это большое политическое и общественное явление. Его надо всеми силами поддерживать его деятельность. Потому что после того, что происходило в этой стране 70 лет, когда мы даже громко говорить об этом боялись, когда я в течение 30 лет моей жизни в Советском Союзе боялся пить то, что вы сегодня слышали, чтобы мои соседи меня не слышали. А теперь я приезжаю в эту же страну, в этот зал и пою синагогальную музыку еврейскую, которую я не мог пить все время. Поэтому я еще раз всем благодарю и всем вам желаю еще раз со мной встретиться. Больше ничего. Кто? Новый русский? Да. Да. Одно и то же произведение. Серьезно? Да, да, да. Да, я вам покажу. Но он, конечно, не прав. Потому что свободу перевели в Прагу. Да, да, вот. И в Москву. Вы абсолютно оригинальны. Мы на ваших... На вашем голосе мы выросли. Мы помним, как вы пели. Мы помним все. Ваша Сорента – это наша молодость. Я из кино, поэтому кино – это вообще явление безграмотное. Поэтому меня, ради Бога, простите, но это абсолютно безграмотное явление кино. Поэтому к музыке мы относились всегда как к чему-то очень высокому. И вы для нас были, повторяю, учителем. И когда сейчас встречаемся с вами, вы в изумительной форме. Вы тьфу-тьфу-тьфу, 120 лет по-еврейски говорят. Здоровы и будьте здоровы. Вы сегодня произвели фурор. Оставайтесь в такой же форме и в Мюнхене. Нам сюда приезжайте. Вы имеете в виду, оставайтесь в Мюнхене? В форме и в Мюнхене, а к нам приезжайте. В Мюнхене это проблема, в Мюнхене остаться в форме. В Москве, наверное, вы смогли. В Мюнхене это посложнее. Это вопрос. Значит, да. Будьте здоровы, мы вас очень все любим, и мы счастливы, что вы с нами. Спасибо да. большое. А где Лыхаев? Это сок. Вообще водку закусывать мацой – это прекрасное явление. Это лучшее, что можно придумать. Как что это? Иосиф? Может быть, сразу Иосиф? Значит, здесь особенно. Это, прежде всего, Саша Целюков, который, так сказать, эту идею сам первый выдвинул. И, в принципе, он просверлил, я не знаю, в каждом из нас сколько дырок. Ну, 500 в каждом точно, чтобы ее реализовать. И я бы хотел еще ответить Бориса Херсонского. Сейчас я не говорю сейчас о людях, которые помогли, так сказать... Я просто говорю о тех, кого я знаю, о тех, кого я лично не встречался, я могу, так сказать, сказать хорошие слова, но кого я лично почувствовал, что именно эти люди, они смогли сделать это. И дело не в том, что прошел концерт, что пришли люди, что да, Бориса... Не потому, что какие-то конкретные дела были сделаны, а потому что было... Такое эмоциональное состояние, которое заставило все это дело крутиться и двигаться. Так что да, давайте я задам должное этим людям. Саша. Плохая. Саня, от тебя ответ на это. Спасибо. Саша. Спасибо. Я надеюсь, что с пленкой вопрос решится с монтажем когда-нибудь. Ну не доставали его сегодня, хотя бы завтра. Передай Сосову привет от Александровича. Неожиданная реакция была такая. Ну, бывший ответ. Я звоню, ну, во-первых, главный редактор Юрий Александрович. Нормально. Он был готов? Нет. Я к тебе готов приехать. Здоровья.
А вы будьте здоровы, чтобы вас не потеряло чувство юмора, ваша улыбка. Вы совершили опрометчивый поступок. Вы совершили опрометчивый поступок. Вы пригласили всех на день рождения. Я буду. Я буду. Хорошо. Даже без этих, без номеров. Тоже, да? Нет, это с номерами, а ваш? Потом настройщик нашел номер в ножке рояля. Там был засекреченный номер. Ага. Но когда ко мне приходили пианисты, их оторвать уже нельзя было. И где этот рояль теперь? Рояля, да, 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 это... А на этом рояле играл Блок, это Рионеж. Кто? Блок. Что вы говорите? Да, у него была знакомая дама здесь на Мясницкой. И он к ней приходил, и там стоял, ну, это был небольшой такой салон, и там стоял этот рояль Иреныч. Совершенно закрытый, на нем было три покрывала, сидел огромный кот. И когда я снял покрывал, и этот Иреныч 904 года, он был совершенно неигранный. Ну, вот, мы хотели вас на дачу отвезти к вам. Поедете? Я могу ей позвонить. Мы поговорим с женой. Да, да, да. Так, ну вот, значит, мы просто... А давайте по чашке чай. Я подсчитал, что я им продал мою дачу теперь за $20. За $20, да? Этот анализ подойдет. Этот анализ подойдет, но я вам скажу, как это делается. Да, этот анализ подойдет. Хорошо. Четыре куплета, да. Вот тут четыре куплета, да. Написано, что four times. Four times is. Да, вы вступаете, и потом я пою, и опять. Это легко будет запомнить, вы запишете. Понятно. А у вас, по-моему, у меня есть ваши записи. Вы ее пели? Нет, я ее не записывал. Это на всякий случай для больных, бывших моих больных. Гипертик? Вот, все, сейчас едем в гостиницу. Это какая глубинная? Не сажалась на пол, туда ниже. Вот это? Нет, я сейчас спою все ниже. До свидания, никто мне не звонил. Потому что мне уже больше 37 лет. А это даже вам самое. 32, мне Саша сказал. 32, да. Да. Это уже не нужно, это та же самая. Сюда. То, что вы мне прислали. Ага, да, 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 это нужно. Сейчас я посмотрю. Фарточки свободны? Да, да. Иван Пуненко? Я думаю, что это будет высоковато. Сейчас. Саш, дай ручку, я запишу тональность. Слышь, ну, да. Понятно. В какой? Здесь семимоль минор стоит у нас. Сейчас, одну секундочку. Вы знаете, что я не буду риск... Ага. Там фа. Попробуем в тональности. А если нет, тогда я попрошу трансформировать. Пока это значит семимоль минор. Да, да. Хорошо. Поэтому берем домой. Это тримарный аккорд. Дублер. Ну, я знаю это, господи. Вот. Это я почувствовал, что я должен петь, кроме снега камешка, еврейской народной. А скажите, сколько куплетов в Варначе, если вы поете? Четыре. Четыре. Ну, вы покажете структуру. Я покажу, да, там еще. А это Аглазова. Это Аглазова. Та-т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 а. Фа фа ми ре до. Может быть, тоже фа минор. Что значит? Нет, это Саша. Я говорю, может быть, тоже фа минор, потому что тут вот фа много. Нет, это тут все правильно. То же самое. Фа дис минор. Хорошо. Это мне напоминает, когда я пою все ниже. В грузинский молочный комбинат приехала московская комиссия академии. Да. Привезли им орден за то, что они доили 4000 литров в год от одной коровы. Да. Но да. В Америке уже брали 6000 в это время. Им нужно было догнать и перегнать по молоку, как все они перегоняли. И вот тосты. Все выпивают, разговаривают, грузины проливают. И вот представитель говорит, нельзя ли бы все-таки показать американцам, что мы тоже не дураки. Давайте, нельзя ли сделать 5000, обещать, чтобы мы помогли Москве обещать. Нет, мы выйдем сейчас в отдельную комнату, обсудим это вопрос. И приходит через полчаса, говорит, обещаем 5000. Опять пьют, еще толстые, еще.
А как, если 5,5 бы? Пойдем посовещаемся, получается, обещайте, что вы это. Под конец они потребовали уже 6 тысяч, чтобы догнать Америку и в честь дня рождения Сталина поднести подарок. Да. Они совещались очень долго в третий раз. Наконец выходят и говорят, 6 тысяч мы вам обещаем, но предупреждаем, это уже будет чистой вода. И каждый раз подливали воду, смотрели, похоже на молоко. Так и я останавливаюсь себе. Чем старше я становлюсь, запрыгиваю ниже, скоро я уже буду баритоном, так что уже не надо будет петь. Нет, но Бах придумал хорошо тембрированный клавир, поэтому теперь можно во всех тональностях петь. Я понимаю. Так, все, надо ехать. Скоро тоже будет чистая вода. Да. Я тут недавно полез, там хотел эту курочку. Тара, папа, папа. А зачем эти курочки? Поставить кому-то хотел. А его нет. Кого? Диска нет, диска. Кого? Ну подарить я тебе не могу, мне их мало. 3-4 штуки. Капча, она куплю, за большие деньги. Где ты купишь? А? В Англии ты его купишь. Он в Англии продает? Он продается в 27 странах мира, кроме России. Ну так и надо, правильно. Кому в России это надо? Зараза. Антисемитская рожа. С таким шнобелем, понимаешь, кому надо мой диск Йом-Кипур? Но меня сегодня, можно думать. Меня сегодня вот спросили, понимаешь? А что такое клезмерская музыка, девушка? Я говорю, это такой ансамбль там у нас есть, народной музыки. А кто, говорит, руководитель? Линзо, а что он, на клавесине играет? А там девка на клавесине. А у него, говорит, позаниматься уроки можно? Я говорю, можно. Можно. Я говорю, очень дорого будет стоить. 100 баксов сейчас. Да, она говорит, это самое. Он говорит, наверное, как пианист учит на этом самом. У нас же, говорит, настоящих клавесинистов нету. Я говорю, придете, разберетесь там. Не знаю как. Значит, вопрос был такой, правильно ли, что говорят, что Чайковский был гомосексуалистом? Через неделю ответы. На ваш вопрос отвечаю. Выяснили, что действительно Чайковский был гомосексуалистом. Но мы, армяне, уважаем его не только за это. Да. У нас, между прочим, кларнетист армянин. Кларнетист в ансамбле армянин. Но у вас есть шанс эти песни приготовить Сатаяна. Да. Фамилия Атаян. Я предлагаю кларнетисту Алида Лаины даже сделать на. Ну хорошо, хорошо сыграет. То самое, Алида Лаины попала в мой новый диск. Да? А когда вышел диск? Я привез, да. На днях вышла только. На днях, да? На днях. Еще презентации не было. Так вы когда уезжаете, Михаил Владимирович? Может быть, мы с вами. Давайте мы с вами запишем еще один диск здесь сразу. Я уже не выношу свой голос. Так я спою сам, а вы сыграете. Пусть они страдают. Ладно. Спасибо. До свидания. Всего доброго. А можно предъявить там чем-то, нет?